Всем привет! Мы отправились ставить петли на рябчиков. Заодно покажем, как их вообще в принципе ставить. И потом, если получится, то покажем через время результат. Взяли с собой рябины. Еще прошлогодняя рябина нарванная. Вот идем в лес. У нас там уже, в принципе, приготовленные. Есть жердинки, где, ну, уже одного рябчика мы как-то в том году вроде бы снимали, да? Да, есть видео. Да, видео даже есть. Вот, а сейчас в этом году еще, в принципе, еще ни одного рябчика мы не подстрелили и ни одного еще и не поймали. В этом году что-то они вообще была, говорят, сильная жара, из-за этого рябчики все передохли. Их стало мало. Вот. Поэтому сейчас покажем вам, как будем ставить. Так что приятного просмотра. Погнали. Пришли до первой петли. А что смотрите, что-то было. А нет, это тройник. Вот так вот она выглядит. То есть ставим жердочку, прибиваем. Примерно на такой высоте, можно даже чуть выше. Потому что потом снег будет лежать. В какой-нибудь лесе будет очень хорошо забрать его. Так вот устанавливаем, нормально. Так вот устанавливаем, по центру так смотрим, чтобы было по центру. И вот сюда вот на веревочках. Старые висят еще, да, съеденные, объеденные. Вот, на эти веревочки мы рябину повесим сейчас. Так, берем. Нормально? Mm-hmm. Вот такая штучка. И все. Вот сюда вот так вот вешаем. Все довольно-таки просто. И потом рябчик так идет. Yes. И попадает прямо шею сюда, как будто собака лает. Все. Вот так вот все выглядит. И вот таких у нас где-то 5 или сколько? 5 штук. 5 петель. Да. Ты свалилась. Свалилась, ну маленько. Вот так вот устанавливаем. Идем сейчас до следующей. Есть чем ударить? Да, одна была у нас вытащена. Не знаем почему. Сейчас я топорчик достану и поделаем ее. Тут на месте, что она вся изогнута. Может, другую вообще поменять. Вот дошли до следующей петли. Это у нас вторая уже. Дошли до третьей петли. Вот тоже сломано, тут прочистили линию полностью, электролинию. Так деревяшку сломаешь, что пал, а так треснуло. В таком состоянии находится у нас третья. Топорик не взяли, ни молоток, ничего с собой. Но поймался, кстати, рябчик на второй, на той. Один раз у нас. И все. Тут не ловился. Вот так тут прочистили линию. Все, сейчас устанавливаем третью. Нормально установился? Быстро? Сколько много. Не жалеем для рябчика ничего.
На крупного рябчика. На крупного рябчика. Вот мы подошли и к четвертой петле. Она тоже была, вылезла, вытащилась с дерева. Кое-как ее нашли, что-то долго ходили, искали. Вот. Батарейки сели. Батарейки сели в навигаторе. Меняли батарейки, пока спутники искал. Вот сюда где-то выше. Так постоянно не хром, это, кстати, проволока не хромовая. Постоянно скручивается, очень трудно настроить ее. Проще, наверное, срезать и новую поставить. Такая тут тоже местность. Смешанный лес. Сосна и береза. Мы, в принципе, ставили там, где отвлекались раньше рябчики. Только рябчик откликнется рядом. Где-то мы их оба на новом месте ставим. Таким вот образом ищем места, где может попасться рябчик. Идем уже до крайней точки, до крайней петли. Снег, вот снег падал. Вот, пробираемся сквозь ветки. Подождем, может, недельку. А вот она, пап. Вон, капал, а большой. Делают разные. Ножи там. Вон она, лево. Подождем где-то недельку, наверное, да? Сейчас все равно холодно будет. Минус там обещают, нет? Пока плюс. Ну да, плохо. Рябчик может испортиться. Тоже перевернуто. Ну. Почему-то. Ну, тоже да. Уже три тоже. Че? Три аж этих. Три проволоки. Ну так, нормально. Все, сейчас так же рябинку. Все повторяем. Все то же самое. Какой-нибудь получше выбрать. Побольше. О, вот это давай. Вот это. Рябчик сейчас манил, все время ходили. Ни один не отвлекается вообще. И в принципе, как я уже говорил, рябчиков что-то в этом году нету. Ездили в Красный Яр, там они отвлекались. Я, наверное, потом видео, ну, наверное, уже вышло. Как мы с Максимом там манили. Полчаса они отвлекались только. Там даже, наверное, слышно будет. И все. Рябчиков мало. Не вижу. Угу. Сладкая, что ли, она? Руки липкие. Лап горько, рябчик не ловил. В общем-то, у нас уже прошло какое-то время. Два дня. И мы решили проверить, потому что сейчас тепло стоит целую неделю. Вот, поэтому решили проверить пораньше петли. Сейчас будем смотреть. У нас, оказывается, не 5 петель, а 6 петель. Вот что я не показал. Мы о ней вспомнили, что, оказывается, ей 6-я. Вот, кстати, я ее сейчас заодно покажу. Вот лосиный след, да? Угу. Вот шел.
прям хорошо повалил. Да. Так, вот у нас вот эта петля, которую я вам как раз таки и не показывал. Вот она стоит, как стояла. Вот, так поставили. Рябина висит, да, все стоит, все на месте. Все, запись пошла. Всем привет. Ну вот, наконец-то мы сработала наша, как это называется, селок или петля. Поймали рябчика. О, теплый, нет? Теплый вообще. Ого, тепленький. Еще не остывший, мягкий, еще даже не задубишь. Ага. Mm. Это петушок. Mm. Черный вот снизу. Mm. Значит, петух. Вот, есть уже что поесть, хоть не сдохнем с голоду. Сейчас опять надо ставить, возводить ее. Сработало. Не, я сейчас еще же одного видел кому-то. Вот, смотри, низко висит, может, леса свободная. Да-да. А он свежий. Вот так вот. Какая система сработала. Ты даже сейчас фиг еще это снимешь, да, его? Ну, там сильно затянулось. Угу. Все, вот такая вот у нас история.